și primesc cam cu 2 ani în urmă un mesaj. И где-то 2 года тому назад я получил сообщение. Frate Lucian sau unchiul Lucian, am mare disperată nevoie de dumneavoastră. Брат Лучан или дядя Лучан, я очень нуждаюсь в вас, в вашей помощи. Dacă sunteți dispus, răspundeți-mi. Dacă, ой, если вы свободны, если вы можете, пожалуйста, ответьте мне. Și am zis, da, Alexandru, sunt de bucuros să vorbesc cu tine. Da, Alexander, конечно, я готов с тобой пообщаться. Și el îmi spune următoarele lucruri. И он говорит мне следующее. Sunt pe punctul să mă sinucid. Я сейчас в точке покончить жизнью. Pentru că am intrat într-un punct de unde nu știu dacă este ieșire. Потому что я попал в такую точку, откуда я не знаю, есть ли выход из этой точки. De la 13 ani eu sunt un addict de pornografie. С 13 лет я зависим от порнографии. Acum avea 23. Теперь ему было 23 года. Și am ajuns în așa hal încât nu mă controlez pe stradă. И я дошел до такого состояния, что я уже себя на улице не контролирую. Oricând văd o femeie, fie bătrână, fie tânără, de orice o fi, femeie, когда я вижу любую женщину, молодую, пожилую, любую женщину, din mine deja începe să curgă patima. Из меня уже начинает выходить страсть. Și spune, eram pe stradă. И он говорит, что однажды был на улице. Și în stația de autobuz am văzut o duduie. O femeie, duduie. Да. И на автостанции, на остановке, он увидел женщину. Fiți atenți, am simțit nevoia să mă ating de ea măcar. И я почувствовал нужду, чтобы хотя бы прикоснуться к ней. Fraților, femeia s-a sezizat. Ce? Femeia s-a sezizat. Эта женщина почувствовала, да? Și a semnat, a sunat poliția. И она стала кричать полиция. Mi-a făcut dosar. И полиция приехала и завели дело. Asta e primul aspect în care eu nu mai pot, eu sunt rob. Это первый аспект, я уже раб. Al doilea. Второе. Nu sunt în stare să-mi fac datoria de soț. Я не в состоянии выполнять обязанности мужа. La televizor sunt viteaz, când mă uit la porno. Когда я смотрю на порнографию, то... Ce în timpul ăsta? Eu mă simt foarte curajos. Я себя очень сильным ощущаю. Foarte bărbat. Я мужиком себя чувствую. Cu nevastă mea sunt pui. Но когда я рядом с своей женой, я как цыпленок. Nu mai funcționează. Ничего не работает. Și nevastă mea spune, nu știu ce-i cu tine. И моя жена говорит, а что это с тобой? Я не понимаю, что с тобой. După ce am făcut treaba cu stația de autobuz, после того, как произошло на автобусной остановке, я спус невестей, care-i problema mea. Я сказал моей жене мою проблему. Divorțez de tine! И она говорит, развожусь с тобой. Și am început eu să fiu terapistul ei și al lui. И брат Лучан стал, ну, стал терапевтом для нее, для него. 2 ani de zile. 2 года. Fără pornografie. Без порнографии. Încercare de reintrare în normalitate. Попытка вернуться к нормальной жизни. De o lună are o fetiță. Уже месяц, как у них есть дочка. A început să fie normal. Стало все приходить к норме. Asta e cazul 1. Это один случай. Cazul 2. Второй случай. Am ținut la Brașov seminar antipornografie. В Брашове я проводил также семинар антипорнография. A fost sala plină. Зал был переполнен. Duminică, că am plecat, duminică am fost acasă, primesc un mesaj e-mail. На следующий день я уехал оттуда, и я получаю в воскресенье сообщение. Îmi spune o soră, îmi scria, frate, Dumnezeu mi-a răspuns la rugăciune. Одна сестра написала мне, брат, Господь ответил на мои молитвы. L-am surprins pe soțul meu autosatisfăcându-se. Я наткнулась на моего мужа, когда он мастурбировал. Era să cad jos. Era să cad jos, spunea. Я готова была упасть,
провалиться сквозь землю. Dar eu iubesc pe soțul meu. Но я люблю своего мужа. Și a spus, hai să mergem acolo, la seminar. И я сказала ему, давай пойдем на этот семинар. Și au venit. И пришли. Soțul meu, după ce a ascultat, a spus, trebuie să se întâmple ceva. И мой муж, когда услышал все это, он сказал, должно что-то произойти. Suntem căsătoriți de 2 ani. 2 года, как мы женаты. Și dacă de 3 ori a putut să fie soț. И если 3 раза он мог быть мужем. Eu n-am soț. У меня нет мужа. Dar eu iubesc. Но я люблю его. Și vreau să-l ajut. И я хочу помочь ему. De 2 ani am început psihic să sufăr, spune soția. 2 года, как я начала страдать психически, говорит жена. Și uneori nu mă țin genunchii. И иногда меня как будто подкашивает, колени мне не держат, ноги. Ей профессора. Она преподаватель, учительница. Merg la școală și cad. Asta din cauza psihică. Я иду в школу и как будто падаю. Это из-за психики. Soțul meu vrea să se schimbe. Мой муж хочет измениться. Ajutați-ne. Помогите нам, пожалуйста. V-am dat doar 2 cazuri. 2 случая представил вам. Dacă ști câte mai primesc. Если бы вы знали еще, сколько таких случаев я получаю, таких историй. Și eu știu că Moldova nu este o pată din Eden sau din cer, e de pe pământ, de aici. И я знаю, что Молдова это не какое-то место из Эдема, да, но на этой земле она. Și voi probabil că sunteți chinuiți și mitraliați de problema asta. И вы тоже, возможно, также страдаете от этой проблемы. Totul este să conștientizăm că trebuie să facem ceva. Но все состоит в том, чтобы признать, если есть проблема, чтобы можно было что-то изменить. Cum de Alexandru sau băiatul din soțul din Brașov au ajuns în situația asta? Как Александр или тот супруг из Брашова дошли до такой ситуации? Asta este o celulă nervoasă. Это нервная клетка. Acolo în mijloc, там в центре este nucleul. Ядро. Рамурile sunt dendrite. Рамурile. Ветки, да? Или разветвления, дендрите. Дендрите. Разветвление, да? Vine de la dendros, care în greacă înseamnă copac. А, происходит от dendros, с греческого, что означает дерево, разветвление. Rododendron. Да, то есть от клетки отходит разветвление. Acelea se cheamă dendrite. Они называются разветвлениями. Дендритеры cresc și ating, ajung la alți neuroni. Эти дендриты или разветвления, они растут и достигают других нейронов. Apoi este un axon lung. А также есть аксон. Аксон, акса. Так называется, да? Да, дендрит, аксон. Se termină cu butoni. И аксон заканчивается бутонами. Окончаниями, да? Спасибо. Бутони aceștia эти sunt, окончания sunt niște vezicule, niște peșicuțe, niște пузырьки. Спасибо. Care produc neurotransмиттор, niște hormoni chimici. Которые производят химические гормоны. Ia uitați-vă cum se face legătura dintre un buton și axonul care se vede dedesubt. Посмотрите на эту связь между пузырьком и депозит где нейротрансмиттер. И этим аксоном. Нет, не аксоном. Но этим... бутонul este un producător de neurotransmisători. Да. Этот пузырек является складом, где вырабатываются вот эти гормоны. Dendrita e dedesubt. Разветвления, они там снизу. Între buton și dendrită e un spațiu, se cheamă sinapsa. Между пузырьком и дендритом есть пространство, да, которое называется синапсис. Și фантасинаптический. Fapt, mă rog. Și butonul transmite niște substanțe chimice. И пузырьки вот эти, они выделяют, посылают химические вещества. De exemplu, serotonina sau acetilcolina. Например, серотонин или другие гормоны. Acetilcolin. Transmit mesajul mai departe. И они посылают сообщение дальше. Ce se întâmplă când eu privesc la pornografie? Что происходит, когда я смотрю порнографию? Primesc semnalul. Я получаю сигнал. Semnalul merge mai departe. Сигнал идет дальше.
Și pentru că tot privesc, butonul ăla se face И когда я всё больше и больше смотрю, вот этот пузырёк он становится больше, больше, больше. Și când văd o femeie în stație, и когда я вижу женщину на остановке, semnalul tot pe acolo merge. И сигнал тоже туда идёт. Și trebuie să pun mâna pe ea. И мне нужно поставить руку на неё. Înțelegeți care e mecanismul? Вы понимаете, как работает механизм? Unii butoni se hipertrofiază și se creează șansuri preferențiale. Гипертрофируется этот пузырёк и увеличивается вот этот шанс, где, а, че, шанса, пентру че? Ну, ну шанса. Да, че? Шанс. А, шанс. А, вот эта дорожка, да, она тоже увеличивается, вот эта связь. Ниште магистрали. Да, как магистраль утолщается. Și odată ce se fac magistrale pe creier, и когда вот эти магистрали в мозге, они там проходят, они делаются. Я тут около мер, тут около мер. Чем шире, чем шире эта дорога, магистраль, меня туда тянет по этой дорожке в ту сторону. Știți cum e? Apa taie la vale niște șansuri, nu? Вы знаете, когда вода стекает, да, в долину, то такие как ручейки, да? Și dacă pui apă, tot acolo mere. И когда воду, вода идет, она все равно вот в эти... Așa se face pe creier. Колеи, да. Также в нашем мозге происходит. Колея такая образуется. Întrebare. Вопрос. Pot eu să scap de aceste șansuri? Могу ли я избавиться от этих колей или дорожек, путей? Да или нет? Да или нет? Могу ли я избавиться? Нет! Нет! Нет. 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 Не могу избавиться. Fiți atenți că e serioasă treaba. Будьте внимательны, это очень серьезно. Nu vreau să fiu Evanghelia diavolului. Я не хочу быть Евангелием дьявола. Să vă spun, se poate dați înainte. И сказать, ну, все нормально, можно избавиться, идите дальше. Odată ce s-a creat șansul, rămâne șans pe veci. Если там образовалась колея, навечно она там образовалась. Dar Dumnezeu e bun. Но Господь благ. Și există o șansă. И есть шанс. Шанса nu se astupă. Шансul nu se astupă. Да, эта колея, она не закрывается. Dar eu pot să fac un șans mai adânc. Но я могу сделать более глубокую колею. Ia uitați-vă. Посмотрите. Видите, в другую сторону. Și pot să fac un șans mai mare. И я могу сделать более широкую, большую колею. Și atunci apa nu se mai curgă pe șansul vechi, ci pe șansul nou. И тогда вода не будет течь по тому по прежней колье, но по этой более широкой, глубокой и большой. Și aceasta se realizează prin crearea unui nou obicei. И это формируется, когда мы формируем новую привычку, новые обычаи. Asta e singura noastră șansă. Это единственный наш шанс. Вы помните, что я вам спус ieri despre alcoolici anonimi? Вы помните, что я вчера говорил об анонимных алкоголиках? Că orice alcoolic care e abstinent, любой алкоголик, который воздерживается, care nu mai bea 20 de ani, который даже 20 лет уже не пьет, e tot alcoolic. Он все равно алкоголик. Orice pornografist care sau porno зависимый. Cum se cheamă? Da, n-are importanță. Nu, se cheamă voyeurist în voyeurist. Termen, voyeurist. Voyeurist. Care vede. Orice porno voyeurist. Любой порно voyeurist. Va rămâne porno voyeurist toată viața, chiar dacă nu se mai uită. Он таким останется всю жизнь. Pentru că acolo a rămas șansul. Потому что там осталась вот эта колея, куда шло вещество химическое. Mi-a spus un expert în tratarea alcoolismului. Мне сказал один из экспертов в лечении алкоголизма. Și el spune așa. И он говорит следующее. Dacă un alcoolic nu bea 10 ani, если алкоголик не пьет 10 лет, nu mai e nici urmă de chimie de алкоголизм în el. В нем уже не остается и следа от увлечения алкоголем. Все со временем как бы там заживает. Dar dacă simte mirosul, но если он чувствует запах, sau dacă aude zgomotul berii gâl-gâl-gâl-gâl în bahar, или он слышит, как пиво наливают в бокал, nu chimic, ci psihic se activează alcoolismul. Не химически, а психически активируется алкоголизм. Știți ce înseamnă asta?
că alcoolicul rămâne alcoolic. И это значит, что алкоголик остается алкоголиком. Chiar dacă e abstinent. Даже если он воздерживается. Și un pornovoyeurist. И порновоюрист. Va rămâne pornovoyeurist. И он остается таким же. Chiar dacă de 20 de ani nu s-a uitat. Даже если 20 лет și он dacă не смотрел. Îmi spunea cineva în biserica luterană. Говорил мне кто-то в лютеранской церкви. Se dă Sfânta Cină cu vin, vin alcool. Святая вечеря Господня, когда проходит, дают настоящее вино алкогольное. Și vin foști alcoolici care fac Sfânta Cină. И приходят бывшие алкоголики, которые участвуют в Святой вечере. Din acel păhărel, из этого маленького стаканчика, бум, cad în alcoolism. Recad. Падает снова в алкоголизм, падает nu в алкоголизм. Cantitate. Ему не надо много. Ce? Nu cantitate contează. Не количество значит. Ce? Trăgaciu. Но пусковой крючок, да. Пак, și-a căzut. Atenție, курок, курок, нажать на курок. Cine vrea să fie eliberat, trebuie să se rupă de tot. Кто хочет быть освобожден, должен разорвать навсегда. Și să creeze un nou vad, un nou șans. И должен создать новую дорожку или новую колею. Colegiul american de pediatrie. Американский колледж педиатрии. Din 2015, в 2015 году a constatat că copiii dependenți de pornografie обнаружил детей, зависимых от порнографии. Sunt bolnavi emoțional. Они больны эмоционально. Suferă de anxietate, de frică. Они страдают от страха, депресии, депрессии, обсессия сексуала, обсессия. Ди-ноу, тогда обсессия. Зависимость сексуальная, да? Психопатологии. Психопатология. Sunt bolnavi pe viață. Они больны пожизненно. Și nu mai pot să aibă relații de căsătorie. И у них, они не могут создать семейные отношения. Dragii mei, băieți și fete. Дорогие мои, девушки и парни. Dumnezeu a hotărât că nu e bine ca omul să fie singur. Господь решил, что нехорошо быть человеку одному. Sigur, unii probabil au chemarea să fie single. Ну, конечно, у некоторых есть такое призвание быть одному. Dar majoritatea vrem familii. Но большинство из нас, мы хотим семью. Порнография ne scoate din capacitatea de a fi familist. Порнография, она вырывает нас из того, чтобы быть способным быть семейным человеком. Suntem rebut. Rebut. Выключено. Материал дарункат. Rebut. А, rebut. А, мы выброшенный материал. Отходы. Asta vrea diavolul. Этого хочет дьявол. Журналul american de Asociația Americană de Psihiatrie. Американский журнал, Американская ассоциация психиатрии. Uitați ce spune despre creier. Смотрите, что говорит о мозге. Порнография scade volumul creierului în striatumul drept. Medicii știu ce e. Striatumul. Striatum. E un loc. E un loc acolo în creier. Порнография, она снижает volum, объем. Объем мозга. Într-un loc. Da, în каком-то месте. Și slăbește activitatea în cel stâng. И ослабляет также и с левой стороны. Cortexul prefrontal nu mai are conectivitate bună. Cortexul prefrontal. Aha. Лобный, предлобный кортекс. Nu mai are conectivitate. У него уже нету вот соединений хороших. Și scade volumul materiei cenușii. И также снижается объем серого вещества. Ce spune că creierul e plastic, el nu rămâne la fel. Мы говорили, что мозг, он пластичен, и он не остается таким же. Creierul se poate schimba, crește, scade. Мозг можно изменять, он может расти, он может уменьшаться. Și sunt similare cu ceea ce face cocaina. И заметьте, это похоже на то, что происходит от кокаина. Cine-i Duduia? Кто это? Ai, voi știți, eu am aflat târziu. Amy Winehouse. Amy Winehouse, o cântăreață de muzică, muzică, știu, rock, pop, habar. Da, eta pivița. Da, mare. Da, velică e pivița. Băieți, spuneți voi, e femeie urâtă?
Скажите мне, ребята, это не красивая женщина? Уродливая? Ба, е красивая, треба се рекуношти. Красивая, надо признать, да? Треба се рекуношти. Надо признать это. Фемея часто а интрат пе дрогури. Эта женщина начала употреблять наркотики. Атенție! Внимание! Vreau, dacă uitați tot din seminarul ăsta, un lucru să nu uitați, poza care urmează. Я, внимание, я хочу, чтобы если вы все забудете из этого семинара, одного не забудьте, то, что вы сейчас увидите. Uitați, e ea. Посмотрите, это она. E Amy Winehouse. Это та же певица. Ce face drogul din om? Что делает наркотик из человека? A murit, s-a ținut, sau a murit de droguri. Она умерла от передозировки или там, от наркотиков. Care lumește vorbind, e faină. Это девушка, которая, если говорить по-мирски, это классная девушка. Uite-te cum, parcă e moarte anuală. Посмотрите, как смерть выглядит. Asta așteaptă pe toți cei care intră în dependența și a pornografiei. Это ждет и всех тех, кто становится зависимым от порнографии. Фундация Американа pentru cercetarea dependenței. Американская организация по исследованию зависимости. După 75.000 de cazuri de pornografie studiate, после 75 тысяч изученных случаев порнографии, зависимости от порнографии, au cerut să se introducă în manualul de dependențe, de adicții din 2008, порнодепенденция. Они попросили, чтобы ввели в учебник 2008 года выражение порнозависимость. Бюро ООН по дрог и криба din 2012. Бюро ООН по наркотикам и преступлениям в 2012 году a început să cerceteze fenomenul viol. Стали изучать феномен viol. Viol. Насилие, да? Просто насилие тоже. Care, ce se spune, ceva cumplit, e groaznic. Что-то страшное, что-то până în 1990, сложное. În Ungaria, до 1990 года, в Венгрии, cine făcea viol era împușcat. Тот, кто совершал насилие, он, его убивали, того, кто совершал насилие. Executat la moarte, condamnat la moarte. Его осуждали на смерть. Pentru că nu mai ești om, cum să iei tu un om și să-l maltratezi. Nu, nu se потому poate, что nu ești om, ești demon. Ты не человек, ты демон. Как ты можешь взять другого человека и насиловать его? De când pornografia a intrat pe piața liberă? С тех пор, как порнография она в свободном доступе, 67 de țări 67 стран au fost analizate, были исследованы, și s-a constatat că violul a devenit ceva curent, obișnuit. И было отмечено, узнали, что, оказывается, насилие стало чем-то обычным. În Suedia există 18 violuri pe zi. В Швеции 18 актов насилия ежедневно. Acolo este libertate totală. Ai voie orice. Там полная свобода. Все, что хочешь, можешь делать. Iar poliția nu mai intervine, pentru că e o chestie măruntă. De ce? S-a scărpinat în urechi. Ну, а полиция, она там даже не вмешивается. Вы дать сама? Deci, вы можете себе представить? Vă spun o bombă. Я сейчас скажу бомбу вам. Am avut emisiu la Speranța TV. У меня была передача на Speranța TV. Cu invitații. С приглашенными. Printre altele am avut pe ministrul de externe. И среди прочих был министр внутренних дел. Cu altă ocazie am avut și am discutat despre... Externe sau interne? Externe. Внешне, министр иностранных дел, да. Și am discutat de subiectul relaxării sexuale permise. И мы изучали такой вот вопрос, позволительные сексуальные релаксерии, да? Да. Расслабление. În Anglia poliția a primit un ordin. В Англии полиция получила такой приказ. Să vedeți unde e lumea de azi. Ca să vedeți unde a ajuns. Чтобы увидеть, до чего дошел сегодня мир. Dacă cineva vede un cuplu producându-se public, если кто-то видит семейную пару, которая se
își fac treaba. Cătorii săvăcupleaются публично. În la colțul unui magazin sau într-un parc sau în stația de auto. В парке, где-то за углом, на станции. Sigur, eu am copii și dau telefon la poliție. Vă rog, poliția, este ceva aici. Конечно, я как родитель, я могу позвонить, сказать: "У меня дети, полиция, что здесь происходит?" Poliția vine și mă ia pe mine. Полиция приходит и меня берёт. Nu râdeți? Nu râdeți? Nu râdeți? Râdeți, da? A, не смейтесь. Auzi, în loc să ia pe ei, mă ia pe mine. Вместо того, чтобы взять их, берут меня. N-ai voie să deranjezi. Ты не имеешь права их беспокоить. S-a schimbat lumea. Мир перевернулся. E pe dos. Наоборот все. Păcatul este legitimat. Грех, он узаконен. Și neprihănirea e dată afară. Da, и праведность выброшена. Asta este programul noi ordin mondiale. Eu știu ce. Это программа нового мирового порядка. Я знаю, о чём говорю. Voi toți trebuie să deveniți robi. Вы все должны стать рабами. Iată, dragii mei, rezultatul. Вот, дорогие мои, результат. Așa bărbat. Такой мужчина. Фысыит. Фысыит. Ca un cauciuc dezumflat. Спущенное колесо. Ăsta este tipul de bărbat rob addict de pornografie. Это тип мужчины раба порнографии. Прекрасный, а? Прекрасный, да? Să vă spun o poveste. Я хочу рассказать вам кое-что. S-a întâmplat în 2008. Это произошло в 2008 году. În Virginia Beach, în America. Это Virginia Beach в Америке произошло. E o fată numită Amanda Ruth Black. Да, девушка с именем Аманда Руф Блэк. Соция уни маринар. Это была жена одного моряка. Și soțul ei tot plecat pe mare. И ее муж, он постоянно был на море. Sunt tot singură, sunt tot singură. И она говорила: "Я все, всегда одна, всегда одна". Și el i-a dus un cadou, un mic pitonaș. И он принес ей подарок. Маленького питончика. Un pitonel. Питончик. Питонюнчик такой. Și scumpa de și femeia aceasta scumpă l-a crescut la sânul ei. И эта женщина, она на своей груди как бы взрастила этого питона. Питонul era tot timpul după ea. И этот питон всегда был рядом с ней, за ней шел. Ea îi dădea гурица. Она его кормила прямо в ротик туда ставила. Апушуара. Она водичку ему давала. Și питонашу a crescutel. И этот питончик, он рос. S-a făcut măricel. Он такой большой стал. S-a făcut uria. Он сделался очень большой. Când îl chema питонел, el venea. И когда она говорила: "Питончик, питончик". El venea. И он приходил. Se suia pe ea. И на нее, как бы там, ну, возле нее находился. Аманда era în bucătărie. И однажды Аманда была на кухне. Și curăța morcovi sau cartofi. И она чистила морковку или картошку. Pe питона îl ținea în baie. А питона она держала в ванной. Bine, nu era închis, că erau prieteni. Не было там, он не был закрыт, потому что как бы друзья были. Și hop, питонелу vine. И вот этот питончик приходит. Și se suie pe ea. И он начинает там по ней подниматься. Credeți-mă că o iubea foarte tare. Поверьте, что очень любил. Și când iubești tare, strângi tare. И когда любишь сильно, то сжимаешь сильно. Ай, ce faci? Ce faci? Что делаешь? Что делаешь? Și le iubește mai tare. А он любит больше и больше. Și cu cuțitul l-a înțepat o dată, de două ori, de trei ori. И она ножом начинает его, один раз колол, второй, третий. Dar питонul a strâns-o de tot. А питон ее сжал совсем, совсем. Înainte să cadă jos, a sunat 911, poliția. Прежде чем упасть на землю, она позвонила в полицию. Când poliția a venit, когда полиция пришла, a văzut-o pe ea moartă, storcită. Она увидела ее мертвой, storcită, не знаю как. Раздавленной. A mers pe urma sângelui. Она видели след крови. Și în baie a găsit un piton mort. И увидели там в ванной мертвого питона. Asta e pornografia. Это порнография.
Vă rog, țineți minte un citat din Calea către Hristos. Minunat, cel mai mare citat despre păcat. Я хотел бы, чтобы вы запомнили цитату из книги Путь ко Христу. Очень это самая великая такая фраза. Цитата. Цитатul face patru lucruri. В этой цитате no, там, no, а, păcatul face patru lucruri. Грех делает четыре вещи. Primul lucru. Первое. Ce face? Что делает? Scrie în carte, întunecă la minte. Написано, что затмевает разум. Атака минте, întunecă la minte. Затмевает разум. Al doilea efect. Второй. Pervertește simțurile. Извращает чувства. Ne-a povestit Mitică ieri cum a fost cu simțul țigării. La început era groaznic și pe urmă a fost dulceață. Вчера Дмитрий рассказывал, как вначале противно было сигарету курить, а потом как это хорошо было, что снилось во сне даже. Pervertește simțurile. Извращает чувства. Împietrește inima. Делает каменным сердце. Și în al patrulea rând. И четвертое. Слабеште воинца. Ослабляет волю. Дорогие мои, Dumnezeul nostru minunat, pe care îl iubim, pentru care ne-am adunat aici. Дорогие мои, наш удивительный Бог, ради которого мы собрались здесь. Să ne conștientizeze să nu ne jucăm cu păcatul. Пусть он поможет нам осознать, чтобы мы не играли с грехом. Frate, am promis la Sfânta Cină că n-am să mai fac niciodată. Брат, я обещал на Святой Вечере Господней, что больше не буду делать этот грех. Dar azi e marți. Но сегодня вторник. Iar am căzut. Я снова упал. Păi dacă ești rob. Dacă ești rob. Если ты раб. Faci ce poruncește stăpânul. Ты делаешь то, что поручает тебе хозяин. Vreau să vă spun că la ora actuală, хочу сказать, что на сегодня, на этот час, 66% din divorțuri, 66% из разводов, au în dosarul de despărțire de divorț la tribunal, обладают этим делом бракоразводным, да, процесса. Порнографией. Это мотив в этих делах, это порнография. 66% из разводов это порнография. Мотив. Который 8 лет тому назад еще не было причиной для развода порнографии. Это Зигмунд Фрейд. Это Зигмунд Фрейд. Venind sus pe trepte, o fată drăguță mi-a spus că va da la psihologie. Когда поднимались по лестнице, одна хорошенькая девушка сказала, что она хочет поступить на факультет психологии. E mare lucru să știi, să cunoști omul. Это великое дело знать человека, понимать человека. Și mie-mi place psihologia. И мне очень нравится психология. Dar atenție, psihologia are două părți. Но внимание, у психологии есть две части. O parte mai mică și o parte mai mare. Есть маленькая часть и есть огромная часть. Partea mai mică se numește psihologia descriptivă. Маленькая часть называется описательная психология. Спасибо, Роман Михайлович. Adică descrie omul, descrie reacțiile, описывает человека, описывает его реакции. Функциile cognitive. Его когнитивные функции. Etc. E psihologia descriptivă care vine de la greci. Până azi. Это психология, которая приходит еще от греков и до сегодня. Да, есть о два парте май маре. Но есть другая часть, большая часть. Se numește psihologia speculativă. Это спекулятивная психология. Și Freud este părintele psihologiei moderne, adică speculative. И Фрейд, он является основателем спекулятивной психологии или сегодняшней психологии. Știți ce spunea Freud? Вы знаете, что говорил Фрейд? El spunea că cauza tuturor relelor, он говорил, что причина всех ран este зол, релелор, да? Релелор. Причина всех зол este reprimarea pornirilor sexuale. Reprimarea, adică îl tereții. Reprimușim. Подавление. Ага. Подавление сексуальных начал. Uite câinii. Посмотри на când собачку. Când îi apucă, o fac.
Когда захотели, тогда и... De ce noi să nu fim ca câinii? Почему нам не быть как собаками? De ce te reprimi? Почему ты себя сдерживаешь? Faptul că tu reprimi asta creează o grămadă de efecte subterane, subconștient, în ego. Тот факт, что ты подавляешь это желание, оно приводит к таким внутренним проблемам, к разным проблемам. Și Freud propune eliberarea. И Фрейд, он предлагает, чтобы мы освободились. Марк Финли are o cărticică. У Марка Финли есть книжечка. Se numește Trei oameni care au schimbat lumea. Она называется «Три человека, которые изменили мир». Дарвин. Дарвин. Маркс. Маркс. Și Фрейд. И Фрейд. De la Freud încolo spunem, da, domnule, este nevoie să mă cuplez pe stradă. От Фрейда и дальше можно так сказать, да, господин, я, можно и на улице совокупляться. Зигмунд Фрейд avut un student. У Зигмунда Фрейда был студент. Se numește Joseph Unwin. Joseph Unwin. Acest Joseph Unwin a fost un adulator, un adorator al lui Freud. Этот Джордж, да? Джордж? Джозеф. Джозеф Анвин, он был тем, кто восхищался очень сильно Фрейдом. Он восхищался им. Și când a auzit teoria lui Freud, и когда он услышал о теории Фрейда, a spus, eu m-iau timp, ani de zile, să fac un document și un doctorat pe tema доведири, как Сигмунд Фрейд are dreptate. И когда он услышал то, что сказал Фрейд, он сказал: мне нужен один год, я хочу сделать свою докторскую диссертацию, чтобы доказать, что то, что сказал Фрейд, это правильно. Și în 1934 au apărut două volume cu titlul Sex and Culture. В 1934 году появляется книга в двух томах Секс и культура. Fiți atenți ce spune el. Будьте внимательны, что говорит он в этой книге. Am cercetat 86 de societăți omenești. Я изучил 86 человеческих обществ, да? Care acoperă 5000 de ani. Которые покрывают 5000 лет. Și am găsit un lucru. И я нашел одно. Că что? În rapoartele umane, в человеческой истории или в том, что можно найти в описании. Nu există nicio situație în care societatea să-și poată conserva energia vitală. Не существует ни одной ситуации, где общество могло бы законсервировать эту жизненную энергию. Adică energia creativă, energia potențialul pozitiv. Креативная энергия, позитивный потенциал. După ce vreme de o singură generație, после чего во время одного единственного поколения și la scară generală, pe o scară totală, generală. И на общей шкале și-a relaxat abstinența sexuală. Și-a relaxat reținerea asta. Ослабило это воздержание. Nu există nici o excepție de această regulă. Не существует ни одного исключения из этого правила. Și ce spune Freud? Вы знаете, что говорит Фрейд? Că marile civilizații au căzut nu pentru că au fost invadate. Что самые великие цивилизации, они пали не потому, что они были завоеваны. Asta e și opinia istoricului Arnold Toynbee. Это еще и мнение историка Arnold Toynbee. Да. Care a scris, nu știu, câteva volume și arată că toate societățile s-au prăbușit prin ele însele. Который написал тоже несколько томов, и он сказал, что все цивилизации, они погибли, приняли инсули, сами по себе. Pentru că s-au relaxat în domeniul sexual. Punct. Потому что они ослабили понимание в точке сексуальности. Vreau să știu cât timp mai am ca să... Брат, cât timp mai am? Cu har, cu tot. Cu 10. Har, cu tot. Nu se poate. Невозможно. 15, спасибо, брат. Ești un bun. 15 минут. Спасибо. Vreau să vă spun ceva despre societatea greacă. Я хочу что-то вам рассказать о греческом обществе. Noi am citit despre elenism, societatea greacă, lucruri frumoase. Я читал о греческом обществе очень красивые вещи. Dar noi nu știm, pentru că noi
doar la școală am învățat. Но мы не знаем всего, так как мы только в школе изучали. Și acolo se spun doar lucruri frumoase. А там только о хорошем говорится, красивом. Dar voi știți ce se întâmpla în societatea greacă? Но вы знаете, что происходило в греческом обществе? Unu. Первое. Prostituția era o instituție foarte apreciată. Prostituția, nu rușinoasă. Prostituția была чем-то таким, знаете, уважаемым делом, престижным. Acolo femeile, nevestele n-aveau drept de vot. Там в том обществе женщины не имели права голосовать. Prostitutele aveau. А проституток было право голосовать. Punctul 2, de exemplu, Demostene spunea: nevasta e pentru procreere, iar prostituata pentru plăcere. Nevasta pentru ce? Plăcere. Nu, nevasta. Nu, pentru procreere, să facă copii. Da. Жена нужна для того, чтобы размножаться, а проститутка нужна для удовольствия. Și asta e Demostene. Это говорил Демосфен. Punctul 2. Второй. Dacă un bărbat găsea pe stradă, la fântână, în piață, o femeie care nu era nevastă. Если мужчина находил там на улице женщину, которая не была женой чьей-то, да? Путя с окуна жос, все пока че вря. И он мог ее там на землю положить и делать с ней все, что угодно. Греки. Это греки. Пункт 3. Третье. Dacă se năștea în familie fete, если в семье рождались девочки, care nu trebuiau, că am destui copii, которые не нужны были, потому что много детей уже. Puteam feti, puneam fetițele pe prag, ставили девочку на пороге. Și dimineața venea un serviciu care ridica fetele și băga în case unde creșteau pentru prostituție. И утром приходила специальная такая служба у них была, которые забирали этих девочек и брали их в дом, где выращивали проституток, скажем так. Patru. Четвертое. Fiecare aristocrat și cetățean, каждый аристократ и гражданин avea datoria, был обязан să crească pe lângă el un efeb sau doi, trei efebi. Обязан был вырастить efeb. Одного ефеба или двух. Ce era un efeb? Кто такие были ефебы? Un tinerel dintr-o casă bună. Это был молоденький мальчик из хорошего дома. Pe care el trebuia să-l inițieze de la 12-13 ani până la 18 în homosexualitate. Которого он должен был инициировать и перевоспитать, ну, там такой гомосексуализм, научить его гомосексуальным связям от 12 до 18 лет. Iar ordinea mondială vrea să ne întoarcem în păgânism. А сегодня мировой порядок, он хочет нас вернуть туда, в это язычество. Dragii mei, дорогие мои, voi sunteți puși în fața unei alegeri. Вы перед выбором. Spuneam dimineața la devoțional, la утром говорил на утреннем служении, că noi trebuie să fim biruitori azi, nu la sfârșit, prin alegerile noastre. Что мы сегодня должны быть победителями через наше решение. Mi-mi vin tot timpul în minte idei, gânduri cu privire la oameni, la femei. Мне всегда какие-то приходят идеи, отношения людей, женщин. Iar eu trebuie să spun nu. Но я должен сказать нет. Eu trebuie să aleg binele. Я должен выбирать доброе. Și eu trebuie să fiu biruitor. И я должен быть победителем. Aici voi fi judecat. Здесь я буду судим. Să vă spun o poveste. Хочу рассказать еще один рассказ. Eu am avut doi băieți, doi copii, un băiat și o fată. У меня было двое детей, сын и дочь. Când băiatul era de vreo 15-16 ani, когда сыну было 15-16 лет, el avea de câtva timp computer. У него был какое-то время компьютер. El acum are 39, dar atunci... Ему сейчас 39, но тогда... Avea, cică, VGA, știți cum era pe vremuri, computer, dar la internet. Да, вы помните, то время, это когда было, это что-то еще не у всех было. Și a venit un prieten de-al meu din Statele Unite. И пришел мой друг из Соединенных Штатов. El studia atunci la Tennessee, la Southern University. Ce studia? Studia la Southern University. А, он проходил обучение в Южном университете, да? Și mi-a spus: să știi că e o mare plagă la tineret pornografia. Am zis eu. E o mare nenorocire. А, я хочу тебе сказать, что это большое несчастье, порнография. Fii atent, ai băiat?
Будь внимателен. У тебя есть сын? Fii atent. Fii pregătit. Будь готов к этому. Что зик, после ты уйти в компьютер, так, а он блат? И я ему говорю, ты можешь посмотреть там в компьютере, не заходил ли он на такие сайты? Пот, да, стой де паза, сэ новина. Я могу это сделать, но ты там смотри, чтобы, ну, охраняй, чтобы он не пришел. Un sfert de oră a căutat în, în istoric și așa mai departe. Где-то 15 минут он там в истории искал. Vine afară. Выходит. Și îmi spune, frate. И говорит, брат. Și eu zic, hai, spune-mi acum, asta ну, e. Давай, говори, говори уже. Nici o intrare. Ни одного входа на такой сайт. Mai tu glumești? Ты шутишь? Nu, mă mir și eu, nimic. Нет, я тоже удивляюсь, но ни одного входа на такой сайт. А вини баяту акаса. Пришел парень домой. Мой Петрика, зик я. Мой Петрушка. Петр. Зик я, мой, уйте, я май примит имейлур ку аташамент, а, о ку куана гуала. Я получал такие письма с аташментом, и там тоже там голая женщина. Ту най примит вродата. Ты никогда не получал такого письма? Бада тата. Да. Си ту ну. И ты не... Ну, тата. Нет, отец. Și el citează din Psalmul 101. Deschideți Biblia acum. И он цитирует из Псалма 100-го. Hai, deschideți. Toată lumea care are Biblie, давайте все откроем Библию, у кого есть Библия. Псалмul 101, limba română, да? Да. Limba rusă 100. Pe ruski 100. 100. Псалом 100. Versetul care? Versetul 3 și 4. 3 și 4. Să se scoale cineva să citească versetul în română întâi și urmă pe rusă. Rusă citește fratele. Da, da, da. Pe românski. Не сколько. Кто не будет другой. Stai puțin, stai puțin. Nu voi pune nimic rău unde? Înaintea ochilor mei. Не положу пред очами моими вещи непотребной. Где? Перед очами моими. Уреск. Дело преступное я ненавижу. Оно не прилепится ко мне. Și acum îmi zice fiul meu. И теперь мой сын говорит. Патру. Сердце развращенное будет удалено от меня. Сейчас вам скажу фиул, который урмяется. Ну, вряу се кунос. И вот что, и вот что говорит сын. Злого я не буду знать. А в румынском я не хочу знать злого. Ну, вряу се кунос печера. Я не хочу знать злого. Мам хотерит се фие соция мя прима пекари обед ши сингура ши ультима. А, в новом переводе, спать, интротучера нового. Ничего общего со злом у меня не будет. Nimic comun cu rău nu va fi. Deci, nu vreau să cunosc pe cel. Ni хочу я знать злого. Imaginea asta este semnificativă. Это изображение, оно символичное. Iar tu trebuie să alegi. А ты должен выбрать. Poți alege să fii animal? Ты можешь выбрать быть животным? Sau om? Или человеком? Om, fiul de Dumnezeu, sau animal, fiul al diavolului? Человек, сын Божий, или животное, сын дьявола. Запишите этот псалом, сотый псалом, третий, четвертый стих, и запомните этот псалом. Не поставлю ничего плохого перед вещи непотребные перед глазами моими. Вы знаете, что из того, что мы узнаем, 86% мы узнаем через глаза. Ничего злого, плохого не поставлю перед моими глазами. Я не хочу знать злого. Câteva gânduri. И я теперь хочу завершить несколькими мыслями. În pauză a venit un băiat la mine. В перерыве подошел ко мне один парень. Și am spus, și mi-a zis, fratele meu are o problemă. И сказал, у моего брата есть проблема. Mare problemă. Большая проблема. E tinerel, la vreo 14 ani. Ему где-то 14 лет. Și e nebun deja. La calculator. E nebun deja. И он уже безумный. Ce să fac? Что мне делать с ним? Vă dau câteva indicații. Несколько указаний хочу дать вам. Dacă un prieten al vostru, sau fratele vostru, sau cineva
E în situația asta, scrieți-mi și mie sau lui Roman. Если кто-то из ваших друзей, братьев, в такой ситуации, пишите мне или Роману. Pe rusă nu pot răspunde. Я на русском не могу ответить. Dar pe românește pot răspunde. Но на румынском я смогу ответить. Primul lucru. Первое. Puneți un filtru, chiar dacă costă câțiva dolari, filtru absolut să nu mai intre nimic vizual pornografic. Поставьте фильтр, даже если это стоит очень дорого, чтобы ничего порнографическое не было доступа к порнографии. Нету просто его. Ты хочешь открыть, но ты не можешь, не открывается. Второе. Программу спиритуал. Программу? Спиритуал. Духовная проблема. Программа? Программу спиритуал? Программа спиритуал. Духовная программа. Noi trebuie să știm că singur nu avem putere. Мы должны знать, что сами мы не обладаем силой. În programul alcoolicilor anonim, tot o adicție. В программе анонимных алкоголиков там тоже зависимость. Sunt 12 pași. Существует 12 шагов. Și pasul întâi spune. И первый шаг говорит. Sunt conștient că sunt alcoolic. Я осознаю, что я алкоголик. Și că singur nu pot să ies. И что я сам не могу выйти из алкоголизма, из этого состояния. Второй шаг. Cred într-o putere supranaturală, scrie. Я верю в сверхъестественную силу, care mă va ajuta să scot, să ies. Которая поможет мне выйти. Aveți nevoie să-L cunoașteți pe Dumnezeu. Вы нуждаетесь в том, чтобы знать Бога. În românește a fost o carte interesantă într-un fel, se numește Între viață și moarte. На румынском языке была такая книга Между жизнью и смертью. Este și în engleză, o am în computer și în română. Она есть и на английском, есть и в компьютере у меня. Dacă cineva vrea să o citească, este foarte utilă. Este de desubt un subtitlu Marea luptă neștiută. Ниже там написано Великая неștiută, да? Necunoscută, neștiută de mine. Da. Великая борьба неосознанная мною, да, или которую я не знаю, да. Aveți nevoie de o relație cu Dumnezeu. Вы нуждаетесь в отношениях с Богом. Punctul 3. Третье. Obligatoriu găsiți pe cineva căruia să-i spuneți problema. Обязательно найдите кого-то, кого вы смогли бы сказать о проблеме. Este o frază foarte importantă. Очень важная фраза. Care spune că păcat, diavolul își pierde jumătate din puterea lui. Дьявол теряет половину своей силы, înrobi, чтобы сделать тебя рабом, când renunți la secretoșenie. Когда ты отказываешься от посекретничать, да? Adică e un păcat care nimeni nu știe, doar eu. Nu, trebuie să spui cuiva. Это грех, о котором никто не знает, только я. Нет, я должен кому-то еще сказать об этом. Да, ну, оркуй. Но не кому-то об этом надо рассказывать. Doar unui духовник. Но духовному человеку, poate пастору, fie, служителю. Poate să fie pastor. Да, это может быть пастор. Poate să fie tata, dacă это может быть отец, если можно, он духовный человек. Poate un prieten spiritual. Может быть духовный друг. Care nu va spune la nimeni. Который никому не скажет. Dar care te va ajuta. Но он поможет тебе. Punctul 4. Четвертое. Trebuie să schimbi stilul de viață. Ты должен поменять стилу, да? Стиль жизни. Trebuie să alergi în fiecare zi 5 km. Тебе надо каждый день бежать 5 километров. Să iasă sucul, untul din tine și nu mai chef de porno. Чтобы сок из тебя вышел, масло, чтобы вышло все из тебя. Și nu mai chef de porno. И тогда тебе не до порно будет. 5. Душу реч. Пятое. Холодный душ. Și unul din cei care a trecut pe aici mi-a spus, frate, spune-le și un secret de la mine. И кто-то здесь находящийся сказал, скажи мой секрет. Când te apucă căldurile ca pe câine. Когда тебя это все завлекает, ну, да. Ioan, fii atent. Țineți respirația. Вот так. Вот так просто делайте, да? Задерживайте дыхание. Și încet, încet totul se moaie. И постепенно все ослабляется. Toată patima asta se... И вся эта страсть падает. Țineți nasul. Закрывайте нос и не дышите. Bine, acestea sunt
Tehnici, dar voi aveți nevoie de Dumnezeu în primul rând. Это техники, но вы нуждаетесь в Боге. Doar la El e mântuirea. Только от Него спасение. Roman